Стали семь лет и начал видеоролик, и я бы хотел сообщить, что через несколько часов я уже буду уезжать. Итак, речь сегодня пойдет о такой речи, как фидбэк. Фидбэк — это, ну так, троллят пользователей YouTube. Я попался на фидбэк много раз. Потому что хотел сломать Роблокс на Роблокс. Мне надо было где-то 10 Роблоксов. Ребят, кому не жалко Роблокс и Роблоксы, то вы можете мне задонатить. Ссылочка в описании будет. И да. Ссылочка на канал моего партнера тоже будет в описании. Вот так, такое вот у меня количество роликов. И то с... Ну, ребят, если меня упрашивают на какие-то приложения, то... Ну, приложение с изменениями. То я вам рекомендую верить, потому что может подхватить вирус на свой компьютер или хуже. Его работа станет хуже и вас сломает. Итак, ребят, кликбейт — это очень плохо. Это еще хуже, чем накрутка. Ребят, никогда не попадайтесь на кликбейты. Рекомендую вам лучше быть честным игроком. Вот. Никогда ничего не взламывать. Быть честным игроком. Иначе вас могут за это покарать. Наказать за это. А наказать? Но во всех читах всегда есть такая функция, как антибан. И, кстати, ребят, будут все ссылочки на мои блога. Вот, ребят, у меня очень плохо развивается канал, так что помогите развитию моего канала. Я хочу больше зрителей и в конце концов перегнать уже этого Get Movies, потому что он меня уже крайне достал. Не рекомендую на него подписываться, но ваш брат или сын, если вам 20 лет, точно войдет на ваш аккаунт. Будете смотреть там какие-то мувис, подпишитесь на этот канал, у вас друзья. И вам друзья будут говорить, ну... А ты подписался на какой-то там детский канал, значит ты малышка. Сейчас я вам покажу, что означает XD. XD это очень смешно. Вот так вот пишет. Вот так вот пишет. Если... Любого, то будет на смайле, а или который уже оборжался. Да, ну посмотрите, сколько часов прошло. После того, как я выпустил это видео. Еще раз объясняю, как включить вот это вот. Для тех, кто не видел моего прошлого видео, включайте вот это, и у вас появляется вот это. Вы можете настраивать это. Для тех, кто не видел прошлое видео. Ну, вот это вот. Ну что ж, ребят, на этом мы с вами закончим.
Он выходит из здания. Всем добра и всем пока!